плохо, что ли? Что-то новое в жизни нужно, что-то менять. Просто я всегда боялась красить волосы, всегда. У меня были они не крашены. Самый мой был страх – это покрасить волосы, и я это сделала. Я очень боялась, я даже хотела плакать после того, как я перекрасилась. А потом такая подумала, да я нормально. Спасибо. Блин, плохо вижу. Сила, пододвигаю стол железный. Спасибо. Людочка, я тоже тебя люблю. Юльке привет передавай. I work, in modeling. But now not good work. Because Mafi Masari. Спасибо большое, я старалась. Все, хватит было ходить толстенькой. Надо было преображаться, худеть. Нет, на дом 2 не хочу возвращаться. Халит Уолла Уксембля и Блокью. Нет, я не на Дитсе, я в этом, в Сан-Риджинс, или как он там называется. В отель приехала отдохнуть перед тяжелым днем карантина, перед локдауном. Она просто подошла и кинула ребенка в бассейн. Это получается не милирование, это получается как растяжка, но ну типа вот здесь вот спереди они более светлые. Я просто хотела, типа, как это называется, контуринг. Вот, сейчас. Но да, завтра локдаун полный, то есть завтра все закрыто, завтра никто не может уходить. Да, на мой диап. Мне все говорят, то, что I'm the same as my diap. Блин, вы мне говорите, пожалуйста, если у меня что-то выскочит, потому что у меня такой купальник, блин. А, я поняла, уже выскочила. Я почувствовала это. Хай. Блин, я такая счастливая сейчас просто. Я решила себе каждую неделю обязательно выезжать куда-то в отельчик, чтобы вот так вот мне... Эй, водичку, эй, отодвинь мне стульчик, эй, открой мне дверь, чтобы себя принцесска хоть чуть-чуть чувствовать. Моя дня. Са. Дезапт. Thank you so much. Я где? В Сан-Риженс, или как-то так называется, отель, короче. Хотела поехать в W Aman, но, типа, такая подумала, здесь покруче будет. Тем более завтра я не смогу сюда приехать, потому что это далековато от моего дома, вот. А завтра можно поехать в W Aman, взять трое. Слушай, нет, я тебе скажу, не бойся красить. Вот, например, у меня очень хороший мастер, у меня хуже волосы, чем у меня были, они у меня не стали. Они у меня как были херовые, так они и остались херовые. То есть, вот, она мне еще сейчас, у меня немножко краска уляжется, она мне сделает этот холодный... квартира, все дела. У меня есть свой басик. Мне вот, ну, хочется выехать куда-то и просто отдохнуть. Чтобы не самой себе идти за напитком, а сказать, знаешь,
напиточек мне. Спасибо. Одна? Боюсь? Нет. Вы что? А что бояться? Пусть меня боятся. Поверь. Хуже, чем я, они не могут быть. Да, буду гулять вечером. Я выйду с Троем. Вот, гулять. Сейчас вернусь, когда домой. Я его возьму, пойду гулять. И вам все покажу. Я переехала, потому что я вам показывала последний раз город, когда еще жила на Софии. Сейчас я переехала на более хорошие, более хорошую эрию. И я вам покажу Дерек Бар. Спасибо. А 962 хорошие, но они сейчас уже умирают. Я оттуда ушла не просто так. Потому что нет работы, потому что вся работа достается любимице. Думаю, поймете, о чем. Спасибо, я тоже желаю счастья. Всем. За Дом-2 немножко скучаю. Иногда бывает такое, то, что скучаю. Приветик. Блин, мне, наверное, так... Мне кажется, знаете, я выхожу в прямой эфир, когда мне одиноко. Мне очень одиноко. Как дела? Все хорошо. Ну, давай. Ну, вот, смотри, мне занято. Мы учимся. На медик. А, медик? Да, я боюсь здоров, все. Чего боишься? Почему? Ну, потому что уколы делаю. Ну, мы будем врачом. Уколы — это больно. Я вчера на модельное ходила, мне ботокс кололи. Ну, я умру, я так плакала. Ну, рада, поздравляю. Ну, жалко. Питали вот этих под мячика, и я их просто ждала, и я думала, снимаю их просто. Хотя у меня мама... Сейчас. Ну все, пока. Вот и поговорили. А потому что нехер разговаривать на занятиях. Кто разговаривает на занятиях, тот какашка. Ребята, привет, как дела? У меня, короче, такая фигня один раз была. Тоже ко мне добавляются в прямой эфир. И я такая, типа, отвечаю, а мы были тогда на B12 в Акабе, вот. И я, типа, отвечаю, типа, мне скучно, и такая, типа, отвечаю, и чувак просто сзади меня сидит. И я такая, мамтаз. Вес у меня сейчас 63, вот, но, наверное, уже 64, потому что я опять ушла в отрыв. Thank you. О, привет, Абхазии тоже. Я, кстати, была у вас с проездом, очень даже красиво. Я хоть и не пью алкоголь, но вино даже попробовала абхазское. Рост у меня 1.72 м. I'm in Amman in a hotel. I forget the name of this hotel. Спасибо большое.
Внешность европейская стала. Я не знаю, мне кажется, мне все говорят, вообще на арабку стала похожа. А я такая, типа, нет, говорю по-русски. Русская, русская. А рост у меня, я же говорю, у меня 1.72 м. 1.70 м, 1.72 м, вот так вот. Я вижу краем глаза, что мужик меня снимает. Ну, мне пофиг. Привет, Камчатка. Yes, Сантрижин. Да, именно он. Ахмад, привет. Спасибо, ребятки. А я не понимаю, ну, люди ко мне добавляются, чтобы со мной быть в прямом эфире, а я не могу их добавить. То есть раньше, я не помню, когда я еще до того, как я обновила Инстаграм, я просто нажимала, мне, ну, заявка приходит, я нажимаю, и он добавляется, и все. Спасибо. Yalla, I'm coming. Yalla, I'm alone. Doesn't matter, you can come. I'm so friendly. Спасибо. Ой, мой мужик ходит там, живот втягивает. Блять, я так говорю по-русски громко еще. Будет прокол, если он какой-нибудь доктор и тоже знает русский. Sun Regents в отеле. Мне скучно на Доме 2. Ну, ребят, когда я была на Доме 2, вы меня засирали, говорили то, что мне нужно уйти, все очень плохо. Where I am? I'm in Sun Regions. Вот, когда я была на Доме 2, вы говорили мне уходить. Когда я... пришла аутсайд, вы типа такие, возвращайтесь. Хорошо, я очень люблю прямые эфиры, но зачем вам показывать язык? Я не хочу. Брат, надо говорить ей лучше. Со мной вообще нужно прекрасно разговаривать. Как со мной разговариваешь, так и я буду разговаривать, да. Я близнецы по гороскопу. Я как зеркало. Как ко мне, так и я. Но иногда бываю вообще говно. Да, бывает такое. You too. Where are you? I don't see you. No, I don't see you. Yalla, come and pull. I feel alone. Thank you. You know, I changed my color hair before 3 days, and I'm scared or shy or something like this, like posted a photo and video, and I posted today, and too much people send me like, wow, nice, and I scared like nobody don't like this. Они не турки, они арабы.